Попробуйте решить эту задачу. Если для кого-то сложно, могу подсказать. В 1202 году в Европе впервые были введены арабские цифры вместо римских. Сегодня у нас 302 тираж. Если написать это римскими цифрами, то получится вот так. Узнаете? «302 тираж». Телевизионные игры лотереи «Русское лото» мы начали на всей территории нашей Родины в прямом телевизионном и радиоэфире. А в 1902 году Артур Конан Дойл написал свою широко известную «Собаку Баскервилей». В ознаменование этого замечательного события в нашей тиражной комиссии владельцы собак, ни в чем не уступающих собаке Баскервилей по размерам, свирепости и высокой проходимости по болотам. В тиражной комиссии кинолог Марина Кондратьева и йоркширский терьер Биг Барти Диорисимо. Кинолог Татьяна Иванова и пудель Рикки Тикки Так. И только так. Международный эксперт Галина Савина и йоркширский терьер «Звезда на ладошке боярского рода». Ну, для того, чтобы задобрить ваших страшных собак и получить возможность спокойно работать в эфире, я хочу сначала им вручить небольшие сувениры. Пожалуйста, вот эти косточки. Они по-телевизионному говорящие. Пожалуйста. Ну, теперь, я думаю, вы можете спокойно приступать к обязанностям членов тиражной комиссии. Вот наши бочонки с первой до последнего. Проверьте наличие всех. Пересчитайте их, перемешайте, перетасуйте. Проверьте наш игровой мешок. А я тем временем передаю слово нашей компьютерной группе. Говорит Галина Афанасьева. В 302-м тираже принимают участие 955 618 купленных вами билетов. Все непроданные билеты установленным порядком уничтожены по акту тиражной комиссии. Общий призовой фонд игры составил 9 556 180 рублей. Минутку, я должен подставить игровой мешок. Без этого мы никак не можем открыть задвижку. И давайте пожелаем удачи всем, кто купил билеты 302-го тиража телевизионной игры лотереи «Русское лото». С Богом! Вот. Вот и хорошо. Вот и хорошо. Теперь я прошу вместе с вашими страшными собаками за стол тиражной комиссии. Там вас ждут протоколы. Протоколы, которые очень важны для нашей игры. А я хочу вам напомнить о нашем билете. Вот он, сегодня он зеленого цвета с надписью 302 тираж. 23 июля 2000 года, ровно в полдень, по телеканалу «Россия», параллельно на волнах радиостанции «Маяк». И в жизнь вступает, несмотря на наличие собак в студии, наш новый джек-кот. Наша кубышка. Сегодня в нашей кубышке, вот покажите сами, 286 685 рублей. Казалось бы, совершенно невозможно выиграть какой-то крупный приз. Но каждый человек, который играет, думает, что это меня не касается. И тем не менее, я вам сейчас покажу наших гостей, познакомлю вас с ними, которые выиграли наши самые крупные призы. Вы можете смело им аплодировать.
А вот из города Брянска к нам приехал Олег Дмитриевич Мореев и его сын Дмитрий, которые в 300-м тираже выиграли специальный приз дирекции русского лото автомобиль ВАЗ-2110. Как вы думаете, может ли уместиться ВАЗ-2110 в багажнике автомобиля? Вы знаете, может. Дело в том, что Олег Дмитриевич несколько дней возил билет выигрышный в багажнике своего автомобиля, верно? Да, это было так. Расскажите, как это было? Я приобрел этот билет 300-го тиража. Это в Брянске? В Брянске, кстати, да. В Брянске замечательно играют в русский лото, мы там были с выездным тиражем. Да, и в тот тираж я играл. Ну, я его приобрел вместе с 299-м тиражом, так, билетом 299-го тиража. Я эти билеты не сыграл своевременно. Так. То есть, ну, не было возможности, а сыграл позже. 299-й я сыграл неделю позже, а про 300-й я вообще забыл. Бывает такое. Он у меня пробыл в машине более 10 дней. А как вы про него вспомнили? Ну, я вспомнил про него случайно совсем. Так. Случайно. Ну, вспомнил, что что-то... Что-то ну, там все-таки есть. Что-то, да. Что-то там не то. Да. Защемило что-то, да. Вот я попросил сына сходить в киоск за газетой, вот, с таблицей результатов тиража. Так, а сейчас мы перейдем к Диме. Дима, и что дальше происходило? Принес ты газету папе? Я приношу газету. Ну, и моя миссия на этом закончилась. Ого. А потом папа сам это... Папа сам проверил. Папа сам это. Вернемся к папе. Ну, он принес это уже было после работы вечером около 20 часов. Так? Тем не менее, я собрался и все-таки пошел в гараж. Так. Почти детективная история. Да. Недаром мы вспомнили про Конан Дойла, по-моему. Да. Так. Так и? Ну, и обычно я играю давно в эту игру. Что было в гараже? В гараже была машина, в которой лежал билет. 300-го тиража. Так, и еще что было в гараже? Взрыв радости. Да, я проверил. Гараж поехал вокруг своей оси. Что происходило? В общем, оно так и было. Почти. Гаражный кооператив гулял неделю. Нет, там, во-первых, там никого не было в это время, так? Да. И я там был один совершенно в гараже, так? Ну, в этом ряду гаражей. Я проверил, ну, естественно, там, ну, шоковое состояние. Шоковое состояние. Две машины в одном гараже помещаются? Ну, нет, конечно. Решим. Дима? Решим проблему. Решим проблему. Ну что же, я вас от души, во-первых, поздравляю с тем, что произошло в 300-м тираже. От души поздравляю и благодарю вас, что вы у нас сегодня здесь, потому что видеть людей, которые даже так вот обстоятельно и спокойно рассказывают о своей радости, для меня и для телезрителей огромное удовольствие. Еще раз поздравляю из города Брянска Олег Дмитриевич и Дмитрий Мореев, обладатели ВАЗ-2110. И перехожу дальше, а дальше больше. Здесь Васильева Любовь Якна и Наталья, ее дочь из Вологды, в 300-м тираже «Квартира в Москве». Как себя чувствую? Отлично. Свалилась, придавила радостью? Да. Ну, немножко осваиваетесь? Да. Что происходило в Вологде? Как это случилось с вами? Ну, как случилось? Мы играем постоянно. И «Золотой ключ», и «Русское лото». Это у нас постоянно нас это играем. Ну, у нас был такой промежуток, конечно, потому что у нас не было возможности покупать билеты. Муж купил «Золотой ключик», «Золотой ключ». Дочь купила с подружкой «Русское лото». А выиграли в «Русское лото». Ну. Кто проверял билет? Проверял билеты я. В общем, получается так, что билеты проверяю все время я. Так. Там, как я в выходные. Сбросили на маму тяжелый труд. Да. Билеты проверяла я и в субботу, вот «Золотой ключ», и «Русское лото». Ну, естественно, что билеты ничего не выиграли. Сначала это разыгрывалась машина. Так. Вот, потом, значит... Ну, почему ничего не выиграли? Есть примеры положительные, вот, пожалуйста. Да. Так. Вот, значит, номера не выиграли. Не выиграли номера. Но я, значит, естественно, билетик складываю обычно в тетрадь. Так. Какие не выигрышные. И слышу, что еще игра не закончилась. Ага, думаю. Да, игра не закончилась. Самое вот, и начали тянуть номера этих бочонков.
на квартиру. Ну, я записываю, уже у меня билет в тетради у меня лежит. Записываю на газете номера. И что-то так в голову, что вроде что-то похоже. Номера такие. Вот. И когда, значит, достала билет, посмотрела, что последняя цифра у меня там 6, 6, и я сижу так смотрю, ну еще 8. И вот вы так говорите, 8. Да, я говорю, ну еще 8. Достает 8. Мне даже сжало внутри все. Как вы узнали об этом? А мы ездили отдыхать на озеро. Вот приехала, она говорит, Наташа, вроде бы ты выиграла квартиру. Ну а так не заметили, с мамой ничего не случилось вот просто, да? Нет. Заходим, говорю, мама, что с тобой? Мама, что с вами, да? Это уже было на следующий день. На следующий день. На следующий день, а? Да, это было утром. На следующий день. Я-то сначала побежала к соседке, говорю, самое, вроде что, бы... до свидания, я уезжаю в Москву, все доброго, покоя вещи. Да, я говорю, вроде бы выиграли квартиру. Я, ну тут какие-то еще серия, самое, билеты, да. Где-то что-то. Не понятно. Имеет никакого значения. Да, я говорю, это что это... Дорогие мои, я бы рад вам рассказывать и показывать эти истории до бесконечности. Если бы не одна необходимая для всех, для нас вещь. Нам надо играть в 302-м тираже. Мы начинаем игру, а я вам еще раз показываю этих счастливых людей и желаю вам этого же простого человеческого счастья. Выиграть в русское лото. А вместе с этими счастливчиками мы и начнем игру в первом туре. Призовой фонд первого тура. 46 347 рублей. Вот так вот. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну что же, Любовь Яковлевна, с вас мы и начнем. Мы начинаем игру в первом туре. Номер 38. Номер 38. Прошу. Номер 63. Номер 63. Номер 63 – это счастливое число для нашего самарского представительства. Номер региона Самара 63. Вам шоколадная корзинка от самарского представительства. Первое счастливое число в сегодняшнем тираже. Олег Дмитриевич, прошу вас. Номер 80. Номер 80. Дмитрий, прошу вас. Номер 88. Номер 88. Продолжаем игру? Да. Продолжаем игру. Прошу. Номер 5. Номер 5. Внимание! Внимание. Среди играющих билетов 35 билетов имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. И может быть бочонок, который решит судьбу денежного приза первого тура. Номер 23. Номер 23. Лидирует 182 билета. Ну что же, Олег Дмитриевич, очевидно, вам судьба. Номер 58. Номер 58. Стоп-игра! Стоп-игра! Первый тур выиграли 4 билета. Выигрыши по 11 586 рублей. От души поздравляю всех четверых, разделивших поровну денежный приз первого тура. А игра в первом туре закончилась номером 58. Теперь это ваше законное место. Я прошу вас сюда. Сейчас мы узнаем, какой призовой фонд второго тура. 92 694 рубля. Ну что же. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну вот, и теперь по одному бочонку из мешка игроки под этими номерами занимают места за игровым столом. Номер 13. Номер 13. Чёртова дюжина. Мы начали игру во втором туре. Номер 68, точка внизу. Номер 68. Номер 68. Вот ваше место за игровым столом. Номер 26. Номер 26. Номер 26. И последний, пятый игрок за столом. Это игрок под номером 10. Ровно.
номер 10. Ну вот мы в полном составе и продолжаем игру во втором туре. Номер 29. Номер 29. Номер 29. Теперь ход ваш, прошу. Номер 25. Номер 25. Прошу. Номер 77. Номер 77. Прошу. Номер 55. Номер 55. Ход ваш. Прошу вас. Номер 54. Номер 54. Прошу. Номер 83. Номер 83. Ваш. Номер 71. Номер 71. Прошу вас. Номер 27. Номер 27. Ход ваш. Номер 1. Номер 1. Прошу вас. Номер 20. Ровно. Номер 20. Прошу. Номер 67. Номер 67. Прошу. Номер 24. Номер 24. Вот ваш. Номер 69 туда-сюда. Номер 69. Прошу. Номер 32. Номер 32. Прошу. Номер 50. Ровно. Номер 50. Прошу. Номер 44. Номер 44. Вот ваш. Номер 2. Номер 2. Сегодня 302-й тират, поэтому сегодня это число счастливое. Вам приз от дирекции Русского Лото. Счастливый бочонок номер 2. Можете смело поаплодировать человеку, которому повезло. Номер 12. Дюжина. Номер 12. Вот ваш. Номер 86. Номер 86. Номер 39. Номер 39. Прошу вас. Номер 70. Ровно. Номер 70. Прошу. Номер 74. Номер 74. Перемешаем. Вот так. И вперед. Номер 14. Номер 14. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Ну что же, появились такие билеты, в которых 14 номеров из 15 зачеркнуты. Если вы вытаскиваете счастливый бочонок, номером которого заканчивается игра во втором туре, вы получаете пылесос от дирекции Русского Лото. Номер 4. Номер 4. Лидирует 5 билетов. 5 билетов. Прошу. Номер 35. Номер 35. Лидирует 11 билетов. 11 билетов. Номер 57. Номер 57. Лидирует 18 билетов. Вы чувствуете удачу? Да. Да. Номер 15. Номер 15. Лидирует 28 билетов. Нет, чувство, наверное, вас немножко подвело. Ну вот, вот ваш. Прошу. Номер 17. Номер 17. Лидирует 33 билета. 33 билета. Вот ваш ход. И он может оказаться решением. Да? Ну и забирайте на здоровье. Номер 11. Что-нибудь да заберем, это точно. Номер 11. Стоп, игра. Стоп, игра. Верно.
второй тур выиграл один билет. Его выигрыш 92 694 рубля. Давайте от души поздравим человека с вашей легкой руки. Весь денежный приз второго тура оказался в одних руках на один билет. Вы сказали, заберем и забрали. Тем более, что вы вытащили счастливый бочонок номер 11, это барабанные палочки. Это вам приз от дирекции Русского Лото. Вам приз еще один от дирекции Русского Лото. Всем игравшим за столом призы от нашей дирекции. Мягкие игрушки от фирмы Liberty. Мы аплодируем всем, кто играл и выиграл во втором туре. Теперь это ваше законное место вам здесь играть. Вам играть со следующими игроками. Сейчас мы определим, кто с вами будет играть здесь. В третьем туре номер 30. Номер 30. Вот ваше место за игровым столом номер 30. Телезрители и радиослушатели не забывают зачеркивать эти номера в своих билетах. Номер 75. Номер 75. Номер 75. Вот ваш. Прошу. Номер 52. Номер 52. Номер 52 рядышком с вами. И последний. Пятый игрок за столом, это игрок под номером 37. Номер 37. 37. Теперь мы должны узнать, призовой фонд третьего тура составил... 185 389 рублей. Это сумма. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну вот, мы и продолжаем вместе с вами игру в третьем туре. Номер 21. Номер 21. Вот ваш. Номер 82. Номер 82. Прошу вас. Так. Номер 16. Номер 16. Номер 16 – это счастливое число в нашей передаче. Дело в том, что ресторан «Конь и пёс» находится по адресу Малая Коммунистическая, дом 16. Вас там ждут любое удобное для вас время на ужин в ресторане «Конь и пёс». 16. Счастливое Спасибо. Число, вот и все. И продолжаем. Продолжаем игру в третьем туре. Прошу вас. Номер 65, верно? Номер 65. Номер 65. Вот так, прошу вас. Номер 19. Номер 19. Зачеркивайте, зачеркивайте в своих билетах, не забывайте. Номер 59. Номер 59. Вот ваш. Номер 28. Номер 28. Номер 28. И вновь ваш ход. Перед походом в ресторан еще надо успеть поиграть. Ну и как и поиграть? Ты какой номер? Баба ягодка. 45. 45! Вот это удача! И вновь она на вашей стороне. Номер 45. Адрес дирекции Русского Лото, Ленинский проспект, дом 45. Тот, кто вытаскивает этот счастливый бочонок, всегда получает приз от дирекции Русского Лото. Вот все ваши призы и Спасибо. Все аплодисменты вам и только вам. Продолжаем игру в третьем туре. 33. Номер 33. Номер 33. Вот ваш. Номер 66. Номер 66. Вперед, ребята. Номер 18. Номер 18. Вот ваш. 90. Номер 90, дедушка. Номер 90. Вот ваш. Вот сегодня какой обвал-то, да? Номер 34. Номер 34. Прошу, не грустите. Все еще может произойти. Так, 46. Номер 46, верно? Номер 46. Вот. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов два билета имеют по 29 совпадений из 30. Раз появились такие билеты, в которых 29 номеров из 30 уже зачеркнуты, значит, каждый ход может быть последним, если вытаскивать счастливый бочонок, номером которого я не очень быстро говорю. Нормально. Нормально. Номером которого заканчивается игра в третьем туре, вы получаете приз от дирекции Русского Лото, вот этот телевизор. Но перед ходом вы мне должны сказать, да или нет.
Да, если вы уверены, что сейчас раздаст команда «Стоп-игра»? Да. Вы с кем пришли сюда? С мужем. С мужем. Что муж по этому поводу? Номер... Где номер мужа? Вот номер мужа рядышком, вот там сидит. Вот он, наш муж. Что вы думаете? Она говорит «да». Вы не знаете. Вот семейка попалась-то. Ну ладно. Что вот прямо сейчас случится? Ну давайте попробуем. Господи, а кто его знает? Ведь это судьба. Никто ничего не знает. Номер 8. Номер 8. Лидирует 3 билета. К сожалению, вы ошиблись. Тот, кто ошибся, покидает стол с утешительным призом. Мы даем вам утешительные призы. Вы идете к мужу и обдумываете ваш совместный поступок. А мы продолжаем играть дальше. Да или нет? Нет. Нет. Номер 85. Номер 85 по-прежнему лидирует 3 билета. Совершенно верно. Да или нет? Нет. Вы остаетесь с нами играть? Нет. Нет, да? Ну что же, нет, нет. Номер 73. Номер 73. Лидирует 4 билета. 4 билета, верно. Да или нет? Нет. Нет. У вас столько призов. Номер 42. Номер 42. Лидирует 14 билетов. 14 билетов. Да или нет? Я думаю, да. А вы с кем пришли? Папой. С папой. Папа, что вы думаете? Где папа? Папа, что папа говорит? Вот там папа сидит у нас. Руку поднимите, папа, да. Вы одобряете поступок дочери? Она... Вы сказали, он не одобряет. Ну, новое поколение, оно думает по-другому. Ну как, да или нет? Ну да, хорошо. Вот просто дочка, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. 78. Номер 78. Номер 78. Лидирует 24 билета. А папа был прав. Всегда слушайте папу. Утешительный приз, идите к папе и обдумайте то, что папа вам говорил, а вы не послушали. Да или нет? Да. Да. Без раздумий, да. Номер 31. Номер 31. Лидирует 33 билета. Так, остались только двое. Да или нет? Нет. Нет? Да вы что, говорит? Да вы что? А вы с кем пришли? С другом. А? С другом. С другом? Где он, друг-то? Друг, что вы скажете? А он вообще тоже ничего не знает, друг вообще. Как вы решили? Да. Да? А то там пишут, да вы что делаете? Да тогда, номер 51. Номер 51. Стоп, игра! Да, конечно! Третий тур выиграли 2 билета, выигрыши по 92 694 рубля. Два билета. Два билета разделили между собой приз более 185 тысяч рублей. Вам мои поздравления, всем игравшим за столом, призы от дирекции «Русского лото» и мягкие игрушки от фирмы «Либерти». Здесь у нас занимает место по праву игрок под номером 51. Этим номером и закончилась игра в третьем туре, а напротив размещается Мурат Насыров. Мурат, здравствуйте. Здравствуйте. Будьте внимательны, мы продолжаем игру в четвертом и последующих турах. Разыгрываем более 8 миллионов рублей. Прошу. Номер 40, ровно. Номер 40. Стоп-игра выиграет 2 билета, выигрыши по 143 678 рублей. Номер 76. Номер 76. Стоп-игра выиграли 8 билетов, выигрыши по 46 347 рублей. Номер 53. Номер 53. Стоп-игра выиграла 10 билетов, выигрыши по 39 839 рублей. Номер 3. Номер 3. Стоп-игра выиграла 17 билетов, выигрыши по 23 991 рублю. А сейчас пауза, потому что на волнах радиостанции «Маяк» информационный выпуск. А я напоминаю нашим игрокам, что в следующее воскресенье, 30 июля, у нас праздничный тираж, посвященный самой середине лета. По номерам купленных вам билетов мы разыграем специальные призы дирекции «Русского лото». Автомобили ВАЗ-2110. Вот такие машины красивые. Можно выиграть. Следующим тиражем. И напоминаю, мы начали уже получать первые результаты объявленного конкурса, посвященного шестилетию нашей лотереи.
«Русское лото». Ждем ваши видеосюжеты на тему «Как я и моя семья». Играем в «Русское лото». Самые интересные и смешные сюжеты мы обязательно покажем в наших передачах. Победитель конкурса, а также лучшие сюжеты ждут поощрительные призы. А самый главный приз – домашний кинотеатр. Вот такой большой. Каждое воскресенье «Русское лото». К нам возвращаются радиослушатели, и мы продолжаем игру в четвертом и последующих турах. Радиослушатели с нами, и мы продолжаем игру. Номер 60. Номер 60. Стоп-игра выиграла 47 билетов, выигрыши по 8 678 рублей. Номер 56. Номер 56. Стоп-игра выиграла 43 билета, выигрыши по 9 485 рублей. Номер 48. Номер 48. Стоп-игра выиграла 93 билета, выигрыши по 3 986 рублей. Номер 43. Номер 43. Стоп-игра выиграла 165 билетов, выигрыши по 1 685 рублей. Номер 72. Номер 72. Стоп-игра выиграла 219 билетов, выигрыши по 1 439 рублей. Номер 49. Номер 49. Стоп-игра выиграла 448 билетов, выигрыши по 827 рублей. Номер 79. Номер 79. Стоп-игра выиграла 567 билетов, выигрыши по 654 рубля. Номер 36. Номер 36. Стоп-игра выиграла 878 билетов, выигрыши по 422 рубля. Номер 84. Номер 84. Стоп-игра выиграла 1617 билетов, выигрыши по 286 рублей. Номер 7. Номер 7. Стоп-игра выиграла 3211 билетов, выигрыши по 231 рублю. Номер 61. Номер 61. Стоп-игра выиграла 4980 билетов, выигрыши по 186 рублей. Номер 9, точка внизу. Номер 9. Стоп-игра выиграла 7936 билетов, выигрыши по 140 рублей. Разыгрывается последний тур. Последний тур. Для вас почетная обязанность, последний бочонок сегодняшнего тиража. Номер 6, точка внизу. Номер 6. Стоп-игра выиграла 11563 билета, выигрыши по 112 рублей. На 82-м ходу игры призовой фонд разыгран полностью, в мешке осталось 8 бочонков. Ну что же, прошу вас убедиться в этом вместе с вами. Пусть ваши служебно-розыскные. А там в мешке больше ничего нету. Вы согласны? Очарование. Так, прошу вас, проверьте тоже. У нас осталось ровно 8 бочонков в мешке. Я называю номера, которые остались в мешке после окончания игры. Это номер 22, номер 41, номер 47, номер 62, номер 64, номер 81, номер 87 и номер 89. По этим номерам нужно проверить, не выиграл ли ваш билет в туре на удачу. Сегодня этот тур на удачу в ваших билетах есть. Дополнительный розыгрыш «Тур на удачу» выигрывают билеты, у которых все три числа, расположенных в окошке «Тур на удачу», окажутся в числе невыпавших бочонков. Есть выигравший в туре на удачу сейчас в студии. Сейчас мы вас покажем. Человек кричал ура. В туре на удачу всего выиграло 381 билет, выигрыши по 137 рублей. Всего в 302-м тираже выиграло 32 192 билета. Напоминаем, что выигрыши 302-го тиража начинают выплачиваться с 4 августа, то есть через 10 дней после розыгрыша тиража. Москвичи и жители Московской области могут получить свои выигрыши в отделениях банка Первой ОВК. Выигрыши в регионах выплачиваются в региональных представительствах Русского лото. Выигрыши в лотерею Русское лото налогом не облагаются. Ну и сейчас в окружении этих страшных собак я хотел бы узнать о судьбе нашего кота.
Джекпот не разыгран. Не разыгран. Ну что же, джекпот не разыгран, значит, все у нас переносится на следующий тираж. Это призы хозяевам. Я благодарю вас за участие в нашей тиражной комиссии. И это еще одни призы вашим собакам. Надо их задобрить. Возьмите им косточки, как раз все называется, по зубам. Замечательно. Благодарю вас всех. До следующего воскресенья. Ровно в полдень на телеканале «Россия». А сегодняшний наш тираж завершает Мурат Насыров. Ты невинна, как земля, и свободна, как огонь. Ходишь, глядя в небеса, не со мной. Национальный вид отдыха. Хорошая игра, однако.